Ну, говори, что ты хотела говорить. Ну, я не могу так хорошо говорить, как этот чувак. Он же король, а не я. Помнишь, как ты наш? Так, а тут написано. Вот и придумай тоже какой-нибудь себе. А ты оставил лаваш? Да. А то мне хоть зацени... О, хоть далеко стреляет, ну более-менее. Ой-ой-ой, ой, мама родная, они везде, суки. Ой. Я же противников-то боюсь. Ты чего их бояться? У тебя, кстати, на двоечку. Что их три, например, а я одна. Ты же летаешь. Ну ты что? Знаешь, что ты летаешь, ты можешь просто туда улететь и их всех расстрелять. Улети туда, ты расстреляй спокойно себе. Мне кажется, я не помещу. Сережа, я не помещаюсь. Ах ты сволочь, ты мне всю игру испортил. Да я шучу. Я ж паникер. Игрок века, блин. Тихо. Жующий. Так, все, один вздох. А что-то они с одного удара задыхаются. Мне даже не интересно. Классно. Мокрые тапки еще наступили. А? Мокрые тапки еще наступил какой сейчас. А я после тебя постоянно в мокрые тапки наступаю. Я тоже после себя постоянно. Такова жизнь, понимаешь? Ты мужчина, ты во всем виноват. Да. О, там этот чертёныш, что ли, или там просто огонь? Ну да, этот железка, я не знаю, кстати, как железка. Ну только не взорв... Пни туда ему. Лучше. Потом взорви. Он там подожгётся еще что-нибудь. А, видишь, написано дерево. Вот направь. Дерево. А на эту направь, что? Это нам сюда понять. Плотный камень. То есть, реально, Олег нам помог. Сейчас мы без Олега так бы думали. Что за вещество? Ну, что-то я ему не сильно испортила жизнь. Может, там загорится что-нибудь? А, не, он вообще, по-моему, стоит в этих железяках. Да. То есть, вообще... Тебе... А может, мы с ним пообщаемся? Тебе до него еще добраться надо, разрушить камень. Ну, только зачем тебе? Да, да, мне он не очень нравится. Там никакого ни награды, ничего нет, насколько я понял. Просто как бы... Кислота. Еще там кислота. А, нет, это просто трава. Да почему я все время путаю? Да какая, куда я туда пойду, если там везде кислота? Ну, пролететь потихонечку можно. Да зачем? Сюда сначала. А может, тебе больше никуда и не получится. Ну, по сути-то да. Так и куда? Я не вижу на горизонте. Вот сюда, типа? Или туда? Ты можешь это... сюда? А, не, направь сюда, вот мышка, это кислота там. Ржавый металл. А чуть выше, если там. А, это вообще радиоактивное вещество какое-то. Ну, то есть на металл можно это взять и туда потом полететь. Только на металл-то. Да я поняла, но мне кажется, что он не выпирает из кислоты. Выпирает. Пудов. Смотри, как я стою. Да там, я думаю, там вниз еще куда-то. Да не факт, что я здесь пролечу и помещусь вообще. Легко. Если потихонечку так нажимать, как во Flappy Bird, помнишь? Пролетаешь. Да, блядь! Ой, видишь? Сука! Видишь? Да ну, блядь, мне такой не нравится. Мрази. Я так старалась. Тебе подскажу лучше всегда, куда идти. Теперь то же самое сделай слева, чтобы он тоже был тупик. Еще классно будет. Сейчас. Да ёб твою мать, сука. Чё он не летит-то, нихуй? Ну всё, я уже в кислоте. Это чуть-чуть чем.
нас вообще. Две штуки всего принесут, да? Да. Ну, потому что там дальше было никак, реально. Она двоечку не смотрела, что такое? Такова жизнь. Слышь? Там какой-то пидор бежит. На двоечку не смотрела, что у тебя? Нет, не смотрела еще. Дождь. Ну, кстати, можно тушить лаву. Или, не знаю, еще чем-то тушить. Ну, или себя тушить, да, когда ты загорелась? Ой, я сейчас парень. Же это... А, там же огонь, ура, он сейчас затушит. Или нет? А, там кислота, я больше не пойду к кислоте. На сегодня хватит. Ну, это была жизнь. Да, блин, а тут тупик. Да, такова жизнь, мне придется идти в кислоту. Влажный камень, земля. Кислота горит. Ебать. О, блядь, блядь, пидор, пидор. Суки, мрази, умрите. А эта кислота не умею отличать. Ой-ой-ой-ой. Не, не хочу опять в кислоту лететь. Да не туда ты пинаешь, пидор. Ну ладно, пни туда. Ебать. Ха-ха-ха. Пидоры. Ой. Так а чё это? Это просто огонь или это враг? Так она мне очень попадает. Ой, блядь. О, попадает. Кайф. Он что, сдох? Нифига. Воды про... Ой, блядь, да сукины вы сыны. Уебать, у него, конечно, оружие. Это пиздец какой-то, мама родная. Блядь, ну ёб твою. Нихера себе. А я не знаю, как заново. Новая игра. Охренеть, конечно. С одного удара, блин, и не убежать никуда. Что это за фигня? То же самое, что ли? Только с другим оружием, как бы. Спасибо, чел. Помог мне. О, вас тут много, я так вас и буду расстреливать. Давай, давай, родной. Вии. Ебать. Комар? Еще и в жизни надо кого-то убивать. Блять,
превосходная игра просто. Что это за говно? Просто огонь. А мне типа надо туда? Да я чуть-чуть. Ну, кирпич. Я не помню, как брать. F пинать. Сейчас все перепробуем так. Что-то не берется. Комар, я убью тебя. Это муха. Так, кирпич. Е взять. А, точно. Ура! Ну, прикольно. Теперь везде огонь. А тут тупик. Ура! Не, ну сюда я точно не помещусь. Так что надо туда лететь. А как открыть? Нажмите Е, чтобы взять. Влажный ну... О, ебать. Ну-ка, а что это такое? Я туда не хочу, это подземелье. Так, так. Тут тупик. Шедевральная игра. Ебать, вот он. А, нет. Да ебать, сука. Гнида. Надо научиться от них лучше отклоняться. Какой-то позор. А чё оно не взрывается?
ёпрос это? Ой, я забыла переключить, блядь. Он убежал, испугалась. Я бы тоже испугалась. Вот здесь можно как раз вызвать. А что там, ничего интересного? Не. Сукин сын. Ха-ха-ха. Получи, отстойник. Я лучше тебя играю. Ой. Ебать. Ну что там за фигня? Ебать, 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 я пошла нахер. А вот этот пидор. Бляха, медная Настя. Сука! Гниды, мрази, умрите! Блять, вот суки ебучие. Бля. Конечно, очень много. Мочи пидора! Ой, блядь, закончилась эта хуйня. Фух. Да ё... Да Настя, ну что это такое? Ура. Шей же дух. Фух, у меня до сих пор 6...
Фух. Нормально, нормально, паскуда тварь. Я даже не знаю, что я покупаю, но я что-то там купила. А, нормально. Что-то я купила. Окей, окей, отвяжитесь. Буду привлекать червей. А, это тип шоп, я не вернулась. Ебать, нет! Ой, гниды, 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 набирай! Набирай, Валь! Ебать, ебать! Ой, беги нахер! Это, конечно, противнички. Можешь сюда перепрыгнуть? Пидор. Что ты мне сделаешь? Ты же все лишь пидор. А что, он еще жив? Шел он нахуй. Нахуй пошел. Хули ты не пинаешься? Нахуй пошел. Ты кем тут себя возомнил, пидор? Ты кем возомнился? Ты кусок дерьма, ты понимаешь? Ты кусок дерьма. Как в другую сторону пнуть? Да почему ты только в ту-то умеешь пинать? Ну ты пидор. Ой, капслов включила даже. О! Ура! Ой! Можно было, бля, она еще и капает. Нахуя так сделала, вот дура. Заняться-то нечем. Ну пиздец. Ну хоть она капать перестала. Тихо. Фух. А, ну это просто вода. Чё там? А, вот это такая мразь. Надо его убивать, пока он прям тут у меня. А, это их, блядь, сука, нахуй, умри, гнида. А, утонуть же. Блядь, он идет сюда. Настя, ты сможешь? Бля! Настя, ну что такое? Ну как можно было не учиться убивать этих пид? Давай, давай. Блядь, ну нихуя он мед. Ой, суку, гнида, мразь. Ах, блядь, пидор. Ах ты пидор, тупорылый. Умрите все, гниды, мрази, суки. Говнюки, ублюдки, блять, что происходит? Что нахуй про... Блять, я один. Да, не очень. Да блин, не хочу я заново, я же дошла до нового уровня.
чё я должна зону вот? Ой, я чё, по кислоте прошла? А нет, это трава. Когда-нибудь научусь отличать. Пидоры. Да что тут за пиздец-то происходит? Ну ладно, давайте я тогда все. Нихуя у него. Блять, он идет сюда, что ли? Нет, не идет. Ну, Настя, блин. Даже в пидора попасть не может. Че, я так в него и ни разу не попала? Люблю по крысиному играть. А после него там ничего не осталось? Нет. Настя, блин. Вот пидор сраный. Пидор, 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 умри. Да ёб твою. Ебать он. Машина на него это упадет, а он сдохнет. Мы не равные соперники. А, ну это просто вода. А это что? Там какие-то пидоры. Откуда этот индюк-то выпал? Тут он индюки какие-то. О, кислота! Или это трава? Нет, это кислота. Там будут какие-то пидоры. Ну полетели, сука, нах! На случай, если это все-таки кислота. Сама в себя, блядь, кислотой, ну пиздец, конечно. Вот это игрок. Только я сама, только я могу сама себя кислотой облить. Другим это, бля, не под силу. О, а я достаю до него. А ну, пидор, вернись, поговорим, блядь. Не хочется к тому пидору. Он один раз меня понял. Вот я сдохну. Я до них не могу. Еще один гада.
ладно. Пойду к нему. К пидору. Еб. Умри. А вот этот пидор. Лучше ему не попадаться на глаза. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, нахуй. Ой, блядь. Ой, блядь. Он меня заметил. Так на него надо это наслать. О, он сдох, ура! Я его убью, я не могу в это поверить. Я этого пидора убила. Нифига, сколько за него бабок. Неплохо, неплохо, я вам скажу. О, еще бабки. А нет, прогорели мои бабки. Так, ну чё, может будет пройти там хотя бы? Ну чё оно не это, не потушил это? Чё это за физика игры, а вот это потушить? Грибочки танцуют, блядь, они какие-то упоротые. Фух, такого пидора убить. Я вообще без не представляю, что без воды делать с этим пидором. Опа, опа нахуй. Сука нах. Вы же меня заебали, пидоры. Ой, блядь! Ой, сука. Фух. Очень эмоционально я играю. Такие пидоры, ну это не, ну это вообще свинство, я считаю. Как можно таким пидором быть? Ну что ты делаешь? Ну не пидор ли? Ага. Это что, новый что ли? Мне, блядь, того хватило? Или это я того не убил? Ура, пидор! Да не хочу я затонуть. Не, ну где? Фух. Вижу пидора, да не знаю, где он. Ой, блядь, сука, это ж кислота. Чё ты делаешь-то, блядь? Это радиоактивное вещество, вернее. Ой, ну, сука, ну что ты делаешь-то постоянно? Хотя я уже не понимаю, это кислота. Не падай, ну блять, ну тут же кислота, или это не кислота? Вот это точно не кислота, давай туда. Ну или не туда. И пидорский пидор. Пидорский пидор. Это что, опять кислота? Сука, не понимаю, да, это точно кислота. Оп-оп-оп. Не достанешь, не достанешь. Ты же пидор. Ура, я его что, убила? Ну давай до сюда долетим. Угу, походу за него что-то полагается. Что это? Почему я не могу это взять? Е, блядь. Поехали.
везде вода-то? А эти вообще лузеры по сравнению с тем, кто был. Ну, с моим уровнем игры не лузеры. Признаю. Ну или все-таки лузеры. Ви. Оп. А это что, это чьи-то глаза? Нет. Это мне уже мерещится. Мания преследования. Ну, я надеюсь, это не кислота была. Ну, ладно, лети. Ви, тупик, обожаю. А было порно. А может, тому пидору вот так подойти? Он мне не нравится. Пидор. О, пидоросня. Не, ну вот я же оттуда пришла вроде. О, вижу пидоров. Не можно попасть туда на тусовку пидоровскую? Ну да. Хорошо не быть пидором. Вывод один. Ой, юбля. А хули он так на меня напал-то? Еще и не помирает, зараза. Какие-то вы легкие пидоры. Один только на меня напал. Ой. Ну что ты не летишь-то? Кто будет лететь, если не ты? Так, ага, к этим, ага, это я что, вернулась туда, где я была? Я, даже были такие пидоры, которые были закрыты, или их тут много, и я просто путаю. Всех пидоров не запомнишь, как известно. Так, море крови, это то, что мы любим. Ой. Ага, тут тупик. И лети ты уже в другую сторону. Оп. Чё, это там тоже море? А, или там была только что? Графический кретинизм. Ви. Опять туда же или нет? О, нет.
Где? Хочу того пидора убить. Он сдох, нет? Непонятно. Ах ты, сука, притаился, ах, ой, пидор. Чё, какая жизнь, пятая? Третья. Третья? Я дошла там до следующего уровня и сразу же просрала. Ну, тупи, он столько разбирает быстро, что у них три числилось, и его просто украли, короче. Ну, я обычно тоже вкусный. Не было. В смысле, продавцы пошли, типа, на склад. Там, ну, вообще всего в магазине три числится. Но они говорят, что типа украли три. Так я бы в другую сама пятерочку сходила. Ну, это тоже вкусно, оно с этими, с... О, следующий уровень. Топками. Я опять дошла до следующего уровня. Да? Находила? Уже а да. Ты брала штуку, что все валится сверху? Ну, попробуй, оно вкусно, я тебе говорю. Когда-то вообще только его и пили. Когда она появилась. А второй что делает? Это понятно, что здоровье, а второй зеленый. Это что? Не знаю. Что, нормально? Ну. Сколько у тебя бабок? 174. Вон, за 65 какая-то параша есть. У тебя же вообще ничего нет, да? На троечку. Нету. Ты, кстати, можешь посмотреть. О, бесконечный. Ты можешь его переместить, смотри, если он круче. Ой, он какой-то, смотри, случайное заклинание. Он вообще адский какой-то. Смотри, если ты возьмешь что-нибудь из этого. Стой, стой, стой. Все порушится, но ты убегай сразу справа. Ты можешь... Не, не, я помню, еще... что все порушится. Но ты не будешь брать, что ли? Ой. Ты... Так там за деньги ты же все умрешь. Было. Нет. Ну все, ладно, ну что ты тогда мне мешаешь, если все порушу? Я тебе не мешаю, я тебе подсказываю. Ну уже поздно же было подсказывать. Я тебе когда подсказывал, что не было поздно. Сука, пидор, гнида, умри. Попробуй, что за посох. На тройку? Да. Ну только без врагов, можно так хуже сделать. Ты что не делаешь вообще? Телепортируют что-то тебе. А, между этими штуками телепортируют потом. Супер странная хрень. Ты ставишь точки и между ними потом телепортируешься. Ой, эти птицы меня и убили в прошлый раз, суки. Водичку, налево. Где? Вон там, вот здесь. В воду падай прям. Я не видишь тоже все это. А у тебя был вопрос. Да, я и хотела, блядь. Гниды, мрази, суки, умрите. Вот эти тебя убивают, да? Нет. Птицы там эти. Бля, я уже почти сдохла. Что это за хрень? И она еще и хавает землю всю. Зато ты можешь пойти к ней в нору. Если она не засыпется. Она засыпается чем-то. Дайте вот птицы. Эти, да, они меня убили, гниды. Ты на них прям летишь, потому что надо издалека. Потихонечку отстреливать их. Ты можешь нажать. Она и вообще умирает? Ты можешь нажать и держать. Слышишь? Да. А это опасно? Что? А, это их кровь. Бля, где пополнение здоровья? От этого пидора я могу отсюда отстреливать. Сукин ты сын, гнида какой. Я прям под него.
Ну все, я сдохну. Не люблю этого пидора. Он еще и все просто так, сука, кислота. Нет, это у него рана. Это его кровь, я думаю, или кислота. Взяла все-таки сухарик. Ура! Все, где? Что такое? Это супер странно, потому что я до этого выпила дофига просто.